Да, конечно. Дорогие друзья, чистый круг в Оке Битлз, компания Рейнерс Алюминиум Рус поздравляет присутствующих гостей. Меня зовут Вячеслав. Телефон могу оставить после. Я хотел поздравить вас двумя куплетами русской народной песни Алексея Мерзлякова 1836 года. Спасибо ребятам, они дали мне микрофон. Я скоро уйду. Подтяжки, да, это моя фишка. Песня про Родину. Наш президент Путин вчера написал в интернете, что народ должен консолидироваться, чтобы победить в этом мире. Поэтому короткая песня, акапелла. А ты можешь? Верните все назад! Не ровно!